Ежегодно получателями мер социальной поддержки в Заурале являются около 115 тысяч семей. С 2011 года при рождении третьего и последующего ребенка малоимущей семье производится ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума на ребенка до достижения им 3 лет. Сегодня эта сумма составляет 9 441 рубль. При рождении в семье одновременно 2 и более детей производится единовременная денежная выплата в размере 40 тысяч рублей. Многодетные малоимущие семьи, имеющие 8 и более несовершеннолетних детей, у нас получают ежемесячную денежную выплату от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от количества детей на улучшение питания. С этого года у нас возобновлена такая выплата, как денежная выплата на получение автотранспорта, либо на строительство жилья в размере 460 тысяч рублей, если семья имеет 10 и более несовершеннолетних детей. При рождении или усыновлении 3 и более детей семьи получают возможность улучшить жилищные условия. Сумма достаточно существенная, это более 1 000 000 рублей, 1 300 000. В этом году мы уже готовимся произвести 3-ю выплату в связи с рождением тройняшек. Кроме того, многодетные, малоимущие семьи, как наравне со всеми другими семьями, имеют право на получение жилищной субсидии, если их расходы по оплате за коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи. Ряд муниципальных образований области предоставляет льготы многодетным семьям по оплате за электроэнергию и газ, 30% скидку. За достойное воспитание 5 и более детей мамы Зауралья награждаются знаком отличия «Материнская слава». К нему прилагается денежная выплата от 25 до 100 тысяч рублей. Всего за половину текущего года органы соцзащиты выплатили зауральским семьям уже 1 миллиард рублей. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».